Надгробный комплекс почетного гражданина Ленинского района Тимофея Лемешко было решено заменить по причине простой. Старый памятник совсем врос в землю и порядком обветшал. На Видновское кладбище близ деревни Дедылдино приехал из Москвы сын Тимофея Игнатьевича и внучка Марина. В семье память о славном видновчане хранят бережно, помнят хронологию и подробности. Дедушка изучил все планы будущего города, где какие улицы будут происходить, где какие коммуникации проложат. И посчитал, где какие деревья посадить, сколько на это нужно ресурсов. Защитил этот проект перед подрядчиком. И дальше с 1947 года начали высаживать деревья параллельно со строительством города. Сначала это было 222 дерева в первый год, потом больше и больше в геометрической прогрессии. И с 1947 по 1957 год высадили более 35 тысяч деревьев. С семьей Лемешко в администрации Видного связь держат. Приехали к сыну Владилену, например, чтобы определиться с фото для памятника. Владилен Тимофеевич в силу возраста, конечно, растроган до слез таким вниманием. Говорит, что семья Лемешко всегда жила достаточно скромно, несмотря на высокую должность отца, и богатых надгробий попросту не могла себе позволить. Памятную плиту на могиле установили менее чем за месяц. Нашлись предприниматели, которые очень быстро откликнулись на просьбу администрации. На деньги спонсоров были закуплены материалы, произведены работы нашим районным МУПом. И надгробие сегодня представлено действительно в таком виде, каком его застали. Хороший и очень правильный подарок не только членам семьи, но и всем горожанам, кто помнит дело Тимофея Лемешко. Пример оказался настолько положительным, что на нем решили не останавливаться. Я уверен, что вот с этого надгробия мы дали старт такой хорошей муниципальной программе по обновлению надгробий всех почетных граждан, захороненных на территории городского поселения. Также было предложено восстановить надгробие, найти могилы и восстановить, благоустроить героев Советского Союза, героев труда, которые захоронены на территории городского поселения Видное. В мемориальном комплексе также могила супруги Лемешко и его дочери. Почтить память и отдать дань заслугам на Дедылдинское кладбище приехали и официальные лица. Глава Ленинского района Олег Хромов и исполняющий обязанности главы Видного Александр Усков. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.